Песни конкурса «Вкусное угощение» – народное гуляние в честь праздника Масленицы в жилом комплексе «Солнечная система». Танцуют все! Праздник силами жителей. Для инициативной группы это не первый опыт. Народное гуляние в Солнечной системе на широкую ногу. Людмила Чижикова получила квартиру здесь недавно, но с энтузиазмом взялась за организацию досуга своих соседей. Мы будем угощать блинами, мы будем угощать пирогами. У нас тут палатки расположены для этого. Мы заказывали в кафе. У нас будет конкурс также угощений, кто сам приготовил, что хозяек наших. Аквагрим, стрельба из лука и, конечно, блины. Разделили с жителями радость от праздника представители Химкинской администрации. Это вообще уникальный случай, чтобы жители вот так вот инициативно устраивали такой праздник в таком большом масштабе, тем более практически полностью весь ЖК объединен вот в эту инициативную группу, и они участвуют в этом во всем. И вот они нас позвали, мы пришли, собственно говоря, чтобы, так сказать, тоже поучаствовать в этом празднике. Развлекали гостей профессиональные аниматоры и химкинские вокальные коллективы. Встретили весну около сотни жителей жилого комплекса. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.